Мы готовы отплывать! Капитан! Наконец-то! Легче!
Нава. Что за земля впереди? Это Крит, земля тайны героев. Тесей и Минотавр. Знаешь о них? Немного. Тесей был афинским героем. Спарте эту историю не любит. А, какая легенда! Тесей пошел в лабиринт, чтобы убить Минотавра. Невыполнимая задача. Но он все же справился и спас людей Миноса. Кажется, у нас Тесей молча лучше. Смотрись, Алексио! Боги на твоей стороне! Когда все закончится, мы зажарим ягненка, выпьем вина, и я столько тебе расскажу! Я рад, что ты со мной, Варнава. Это я счастлив быть рядом с тобой! Шустрей! Με τέλει. Ugh.
Тут наверняка есть охрана. Вперед! Давай! Давай. Давай. Элла. Вот это да. Отец Минотавра. Нужно быть осторожным.
Охотник, рада видеть тебя. Дафна, какой теплый прием. Я дала опасное задание. Ты мог погибнуть или сдаться? Я пройду через все, что угодно ради тебя. Кажется, ты забегаешь вперед. Кажется. Шкура киренейской лани. Однажды я встретила ее и была потрясена этой дивной красотой. Было честью охотиться на нее. Воистину, когда видишь нечто настолько необыкновенное, ты теряешь дар речи. Артемида не ошиблась, прислав тебя. В твоей груди бьется отважное, но доброе сердце. Шкура немейского льва. Прекрасно, как и сам охотник.
сила – ничто в сравнении с красотой. Даже Геракл стал ее жертвой. Своими речами ты поражаешь меня словно мечом. Ты еще ничего не видела. Где ты был? Охотник, рада нашей встрече. С этой шкурой бык долго не хотел расставаться. Ты великолепен. Было непросто. Меня поразил этот бык. Что за дивный мир дали нам боги? Говоришь прямо как дочь Артемиды. Я добуду остальные шкуры. Thank you.
Thank you.
Всего доброго!